Как ты правильно сказала, самое главное, все, что нужно, необходимо, у меня есть. Ну, богатство, некоторые маленькие люди путают богатство, типа, что дом хороший, что все есть в доме, не понимая того, что слово богатство, а слово Бог. Если ты с Богом в сердце своем, да, где бы ты ни находилась, в какой точке земного шара ты ни находилась, если ты с Богом, с тобой ничего не случится. Тебе всегда пойдет помощь. Вот как с Софией у нас случилось, да. У нее онкология пришла, онкология, когда началась у нее и помощь пришла. Понимаете, когда вот мы начали толстеть, мне и помощь пришла в виде Дмитрия, который нам помог. Все, ничего невозможного в жизни нет. Если ты с Богом, вот с верой в Бога, не в того Бога где-то отдельного от тебя, да, а внутри тебя, вот в сердце твоем Бог сидит, да, в сознании твое есть Бог. Ведь в Коране тоже написано, я так близок к вам, даже ближе к вашей сонной артерии. Значит, он нас Бог, понимаете, часть Бога нас, в нас. И вот, когда ты с Богом, и вот, получается, ты богатая духовно, духовно ты богатая. Ну, когда ты все променяла на мамону, вот, деньги, вот, недвижимость, ну, вот здесь у тебя пусто, вот здесь нету ничего. Здесь пусто, все, ты без Бога. Ты можешь там прикрываться Богом, Аллахом там, прикрываться, типа, но нету вот здесь Бога у тебя, понимаешь? Где бы ты ни находилась, ты всегда в страхе живешь, у тебя страх. Вот любой страх, это 100% Бога нет с тобой, все. А самое главное, вот в моей жизни, вот с утра я проснулся, как я свою жизнь проведу? Что я такого сделала для себя интересного, например, да? Вот. Вот захотела чай попить, у меня есть стакан для этого чая попить. Кто-то говорит, у нас стаканов нет, вот стакан. Захотела, например, я покушать, у меня есть еда. Захотела, например, пойти погулять, у меня ноги есть. Захотела порисовать, у меня руки есть. Захотела я фильм посмотреть, у меня глаза есть. Понимаете, ребята? Вот, когда ты живешь в радости и с Богом внутри себя, у тебя все случается. И когда тебе надо, тебе деньги всегда приходят. Мои деньги все лежат на счетах, чужих счетах людей. Как только у меня появится желание что-то захотеть, у меня тут же появляется это. Все. Вот это слово «богатый», а слово «Бог» с тобой внутри тебя. А что за богатство? Она была и нет, вон, пожалуйста, украинцы. Все снесло. Понимаете, вот делали, да, все снесло. И дома, и квартиры, и богатство, и бизнесы. Ничего не осталось. Все, человек остался нищим. Оно так и бывает. Богатство приходит, богатство уходит. Но если у тебя в душе есть Бог, вот даже ты, если у тебя все унесет, да, у тебя все равно есть Бог, и ты знаешь, что у тебя по твоему желанию сюда приходит. Вот это самое главное богатство наше. Вот. Так что я слушаю Сергея Долматова. Если кому-то это интересна тема, причина во мне. Что такое причина во мне? Когда я беру ответственность, я понимаю, что я источник, сердце моем Бог, и все, что не случается вокруг меня, даже вот ситуация с Алтанат, ситуация с хейтерами, я выбираю вещь, что для чего-то это хорошо. Я пока не вижу всей красоты, вижу, что со мной хейтер ругается, та-та-та-та. Пока мне так плохо бывает иногда, да, но я тут же наблюдаю свои чувства и выбираю вещь. Так, сейчас я чувствую, что мне плохо. Сейчас я признаюсь самое главное правде. И потом говорю, а я выбираю вещь, что для чего-то это хорошо. Я пока всей картины не вижу красоты, но я выбираю в это верить. Все, и ситуация начинает меняться. Потому что в этот момент я признаюсь правде, как есть, и прошу Бога помочь мне. Вот в этот момент, да? Вот. Так что даже хейтеры... бывает, какой-то момент меня смещает, вот так, тук, сместило меня, да, и злость такая появляется на этих хейтеров и так далее, отделенность, как бы я отделилась от этих хейтеров, да, начинаю с ним как бы между собой коннектиться, да, а потом такая, так, стоп, причина во мне, для чего я этого хочу, я понимаю, что есть выгоды, чтобы эта ситуация происходила так, хейтеры мне нужны для чего-то, знаешь, поднимать свой контент. Я вижу выгоду, что нужно поднять контент. А почему так случилось, что казахи обратили на нас внимание? Ну, это план Бога, я считаю, что какой-то определенный... Я вышла за рамки своих границ, уже пошла в Казахстан. И Казахстан меня увидел. Может быть, какой-то душе, вот из тысячи душ казахов, одной душе надо увидеть, вот что, о чем я говорю, рассказываю. Может быть, она такой степени устала так жить, как она живет сейчас. Ей нужны перемены. И вот появляется, допустим, Гульфия, я рассказываю, допустим, про Сергея Долматова. Она хупа зацепилась. И представляете, у нее случилось чудо. Вот. Так что не все просто так. План Бога. Везде у нас план Бога. И все происходит для чего-то хорошо. И мы всегда выбираем, страдать нам или жить счастливо. Плакать, переживать, ругаться с кем-то.
На кого-то сваливать ответственность, кого-то считать виноватым, моя хата с краю, или взять все-таки причину во мне и сказать: так, причина моего мира – это я. Я источник. Из меня все происходит, весь мой мир происходит из меня. Вот это одна из правд. Если это правда меня делает счастливой, почему бы мне не пожить? Вот этой правде я жила, где я отделила свой мир, считала, что моя хата с краю, здесь такие отдельные от меня люди. Я вот здесь уже жила, я знаю, что такое. Здесь старость и смерть. Здесь болезнь, старость, низкие вибрации, здесь смерть. Вот здесь, когда причину принимаешь, берешь ответственность в свои руки, здесь рай, ребята. Даже вот тебе будет плохо, ты с Богом внутри себя, и с тобой случится все самое наилучшее. Все самое хорошее, потому что ты с Богом. Вера, вера самое главное. Вера – наш фундамент. Во что веришь, то и получаешь. Веришь, что мир ужасный, будет он ужасным. Веришь, что все происходит из меня. Естественно, если мир из меня происходит ужасно, значит, мне только признать, что причина во мне. Я могу этот мир свой поменять, потому что ответственность я беру, и источник я. Я творец своей реальности вот здесь. Я командую своим миром. А здесь нет, здесь все капец. Про это, кстати, очень хорошо говорит богиня Мария, богиня. Можете ее послушать, она вообще молодец в этом плане. Но вот ей надо было такой путь прожить, тяжелый путь для себя. Она была наркоманкой, она опустилась на само дно, но она оттуда оттолкнулась, и у нее вообще жизнь полностью поменялась. Вот вообще я ее очень люблю, потому что она такие вещи иногда говорит, да? Вот. Также мы про это рассказываем. Мы тоже про это рассказываем, про жизнь осознанную. Причина во мне. Я источник. Я творец своей реальности. Вот.